Приветствую вас, друзья! Конечно, многие из вас помнят экономический кризис 98 года. В ту дату, 17 августа, Россия объявила технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств. Собственно, толчком к кризису стало два внешних фактора. Это резкое снижение цен на энергоносители и кризис в Юго-Восточной Азии. А в результате курс рубля упал за полгода более чем в 3 раза, с отметки 6 до отметки 21 рубль за 1 доллар США. Это как раз курс зафиксировался 1 января 1999 года. Разорилось огромное количество малых предприятий. Банковская система была в коллапсе. Доверие населения иностранных инвесторов к российским банкам было утеряно. Вкладчики разорившихся банков потеряли вклады, а сбережения населения обесценились в пересчете на твердую валюту. Кризис, к счастью, был краткосрочным и очень быстро сменился масштабным экономическим подъемом. С тех пор прошло 20 лет, а Россия продолжает бороться с новыми вызовами мировой экономики. Всех, кто помнит эту дату, мы приглашаем 17 августа в Калинубар на Винском бульваре на мероприятие, организованное ACI Russia совместно с партнерами. До встречи, друзья. Думаю, что будет интересно.